Приднестровье прошла крупнейшая IT-конференция. Накануне 500 человек собрались в кинотеатре «Тирасполь». Обсуждали, как разработать мобильное приложение, придумать дизайн и реализовать проекты. Организатор – компания DEX. На рынке IT-услуг 15 лет. Работали с МТС, Сбербанком и Nokia. А не так давно DEX начал разрабатывать дизайн сайта для самого титулованного футбольного клуба России – московского «Спартака». Опыт у IT-команды есть. Третий год делятся им с теми, кому это интересно. Мы разрабатываем серьезные, большие, крупные проекты. И именно вот этими знаниями хотим поделиться с аудиторией. Сейчас профессионал в IT-сфере должен разбираться во всех сферах. То есть если вы гуманитарий, у вас, наверное, креативный ум, у нас есть аналитики, дизайнеры. Это тоже здорово, это тоже часть IT. У нас редко проводятся какие-то мероприятия для айтишников, но это просто здорово как бы и интересно. Интересно это тем, что здесь можно пообщаться с ребятами из других областей, не только из того, чем я занимаюсь, и как-то в целом освежить свои знания, поговорить на какие-то другие темы в каких-то областях, где у тебя знаний нет, приобрести какие-то знания в том числе. От открытия и лазерного шоу главному 10 докладов от спикеров DEX-а. О современных технологиях доступно. Несколько часов обсуждений, вопросов и общения. Третья IT-конференция явно была не последней, обещают организаторы. Интерес есть.